на полгода пропала, да, на это. Сейчас подождем, пока народ поднаберется. Сейчас подождем, пока народ поднаберется. И с вами в эфире Евгения Медведева, где-то за кадром Екатерина Боброва. Где-то там за кадром. Ну, я сказала, где-то там. Окей, 5000 человек. Друзья, здрасте. Добрый вечер. 7,5 тысяч. Я сейчас в наглую буду пользоваться популярностью Евгении Медведевой. Ну все. Меня используют. Да. Сейчас будет жесткая реклама. Друзья, подписывайтесь на инстаграм Екатерины Боброва Дмитрия Светку. Екатерина Боброва только. Просто, да. Просто Екатерина Боброва. Будете получать много позитивной энергии. Вот. Классные посты вам обеспечены. Сейчас у меня будет больше времени. Я не буду так много отвлекаться на фигурное катание. Вы когда-нибудь видели такого наглого человека? Привет! Да нет, я на самом деле шучу. Я рада, что вы нас видите. Может быть, таких уставших после вот этого бешеного олимпийского марафона. Это было очень круто. Это было очень круто. Мы будем это долго вспоминать, но при этом еще и долго отдыхать. После этого приводить себя в порядок. Вот. Поэтому да. Мы вас очень любим, друзья. Спасибо, что вы с нами. Что вы нас поддерживаете. Вот это вот мне вот этот знак, знаете, вообще, для тех, кто не знает, я поясню. Сердечки. Вот, как бы, да, если есть специальные перчаточки, то вот это приехал вот как бы, да. В Корею там, и заразился сердечком. Да. Но у меня, как у чисто русского человека, такое впечатление, что денежка, дайте. Я все тебе испортила, да? Да нет, почему-то так украсила мой прямой эфир. Да, ладно. Не, ну ты поверь, я хорошо, что вот здесь вот мое лицо, потому что ты прекрасна на моем фоне. Обожаю ее. Да. Представляете, что она будет делать без меня этот сезон, пока мы с Димой будем отдыхать? Да, ужас вообще. Она будет со мной просто так ездить, начинаешь в номер. Я уже предложила, я готова быть массажисткой, я готова быть психологом, я готова быть визажистом, я готова быть хореографом, постановщиком. Ну, постановщиком, ладно, я не претендую. Хореографом могу. Подожди, фотографом еще вспомнили мы. Фотографом сегодня я отлично с Женей работаю, потому что когда я гуляю рядом с Женей, и кто-то в экстазе видит Женю, говорит: «О боже, Евгения Медведевна, фото, плиз». И как бы я рядом, угадайте, кто всех фотографирует. Я уже скоро за это деньги буду брать, друзья, честное слово. И не обращайте, пожалуйста, на мой голос, это я сегодня наралась. Кто-то очень громко орал на хоккей. На хоккей. И я просто счастлива, что наши выиграли, друзья. Мы всех поздравляем с победой. Когда они выиграли, я вела прямой эфир, и мне в прямом эфире написали: «Да, мы первые! Мы олимпийские чемпионы!» И я сижу такая: «А что? А что, сейчас кто-то выступает, да?» Не, я знала то, что наши хоккей, но прям вот закончился матч, когда я вела прямую трансляцию. Женя, мы тебя любим и болеем за тебя, ура! Спасибо! Мы все ее любим и все болеем. Да. Друзья, расскажите нам что-нибудь хорошее. Нормально так? План, как вести прямой эфир? Ну, друзья, расскажите нам что-нибудь. А вообще скажите, пожалуйста, нас слышно? Потому что мне кажется почему-то, что у тебя на микрофоне телефон. Вполне возможно, если люди не пишут, то что нас не слышно. Значит... Они не успевают. Мне кажется. Сейчас, извините, я не так взялась. Не знаю я. Ладно, пусть будет так. Друзья, напишите, пожалуйста, слышно нас? Слышно, все, вот слышно. Увидела. Да, отлично. Слышно хорошо. Женя, ты любишь футбол? Вот, да. А у меня все хорошо. Меня там тоже даже спросили. Меня даже вопрос спросили. Да. Слышу.
Давай считать, кто, сколько человек напишет, что слышим. У нас будет рекорд. Да. Вот это вот новая тема, друзья, да, что вот кто-то к нам просит на прямой эфир. Да, я поняла. Много. Я как древний человек, который полгода не вел прямые трансляции, тоже не поняла, что это такое. Я видел недавно вот такую двойную трансляцию у Камоловой и Шелест. Друзья, кто постарше меня поймет. Женя наверняка не знает, кто это такие. Я абсолютно вернулась в детство, когда смотрела передачи по MTV с ними. Это было очень весело. Вот. Алина спит. Наверное. Здесь главное резко менять тему, успевать. Не знаю, мы только приехали с закрытия, и это было очень круто. Мы были на закрытии, да. И по выражению моего лица можно понять то, что как бы это было круто и так... Ау. И так мозгов нет, ну, Жень, ну что ты делаешь? Да, и ну и... Что тогда? Раз же и так их нету, да, правильно? Нечего сотрясать. Понятно. Нас считают красотками. Спасибо, друзья. Да, прекрасно. Если мы в таком состоянии после действительно такого дня красотки, я считаю, это просто победа. Победа. Да. Флаг от... Как это? Никто не отнимет у нас. Он всегда с нами, он всегда в нашем душе, в нашей сердце. Но ходили на закрытие сегодня без него. Мы, кстати, видели сегодня Дональда Трампа. Вот кто-то пишет, Дональд Трамп. Мы сегодня видели. Такой мужик в красной кепке. Вот. Почему-то да. Его, наверное, наверх не пригласили. Мы так подумали, но это не наше дело. Ты знаешь, что турецкий? Нам на турецком написали, я не мог понять, что... Арабский. Арабский тоже написал. Расскажи про встречу секса. Секс. Вы... Да ладно! Потом поговорим с тобой на эту тему. Ну, я, в принципе, рассчитывала на это, и сейчас я буду вам хвастаться. Как бы... Вот. Начнем с этого. Это, наверное, одна из побед моих на этой Олимпиаде, потому что это очень-очень-очень круто. Я просто в восторге. Теперь пройдемся по альбомам. Они тоже тут подписаны, тоже тут, смотрите, Евгений Медведевой. Что тут у нас? Я, кстати, их еще не открывала даже, я не смотрела. Мне самой очень интересно. Это их последний альбом. И этот последний альбом у меня, кстати, ассоциируется с Олимпиадой. Потому что я тут слушала все вот эти вот песни. И... В общем, настраивалась на соревнования я по этим песням. Да, в принципе, по всем песням. Я все их плейлисты выслушала. Так что так, что у нас тут дальше? Так. Карточки, комиксы. Я что-то слышала по поводу темы с комиксами в этом альбоме, но как-то особо в подробности не вдавалась. Так. Тут. Такие карточки. Слушайте, это очень круто. Все так выглядит. На самом деле, как будто бы я не альбом музыкальный распаковала, а компьютерную игру. Так, значит, вот так вот. Не знаю, может быть, это игральные карточки? Может, как-то что-нибудь придумать, игру какую-нибудь? Это еще далеко не все. Вот как бы, собственно, сам диск с музыкой. Надо будет купить себе проигрыватель, потому что у меня его нет. Так. Здесь еще какие-то маленькие карточки. Тоже много-много со всеми
часть комикса есть. С какой стороны начинать? А, вот 5-6. We should be careful, so who cares? I thought no one could. Я, честно говоря, не знаю, что это все значит, потому что тут пятая и шестая страница. И я так понимаю, нужно купить просто несколько альбомов для того, чтобы собрать весь комикс и понять, что тут происходит. Но все равно это очень круто. Прям очень круто. Так, в этом альбоме вроде все. У меня их тут много, так что я думаю... Прямой эфир затянется. 10,5 тысяч человек меня смотрит, и надеюсь, им очень-очень интересно. Так же, как и мне, не меньше. Хотя, о чем вот мне, конечно же, интересно. Ну, это классика, это просто классика. Карточки. Тоже, друзья, вспоминаю мою молодость. Мою молодость. Когда также... Сколько можно, да? Когда также народ просто сходил с ума по NSYNC и Backstreet Boys, но я про девочек в основном говорю. Поэтому я Женю прекрасно понимаю и очень за нее рада. Ну, смотрите, карточка с автографом Анчиня. Ну тут, собственно, все то же самое. Только посмотрите, какой красивый диск. Он же переливается. Я как фигуристка очень сильно люблю, когда все блестит. Смотри, на самом деле он очень красивый. Здесь тоже. Я не знаю, как это назвать. Это бук? Наверное. Какая-то история где-то написана. Да, история, как создавался клип. And Russian, I think it will be really long time. So sorry. Куда ж ты все это потом денешь? Куда дену? Да, слушай, я поставлю это все на полочку, и оно будет меня радовать каждый день. То, что ставите на полочке, круто. Да, это... А еще я куплю себе проигрыватель. Ничего. Михаил 1356, скажите, а кто вы, чтобы подарить? Нас заинтересовал ваш подарок. Может быть, Женя захочет. Ой. Да. Вот альбом Winter Special. Как это получилось, что у меня два альбома Winter Special? Не знаю. Давайте разыграем альбом Winter Special. Нет! Нет! Майн!
двух разных полочек. И теперь еще вот такая вот штука. Огромная, тяжелая. Огромная, тяжелая, я не знаю. 12 тысяч все считают. 12 тысяч? Ничего себе. В общем, в этой книжке... жалко на корейском. Все тексты песен Explains Exodium. Я так понимаю, это тексты песен Live выступлений. Не знаю. Да. Exodium. Вы посмотрите. Женя будет сидеть и учить. Я буду, на корейском. Да. Так. Что у нас? А, это фотографии с концертов. Какие впечатления после встречи с сексом? Ты же отвечала, нет? Спрашивай. Нет, я еще не отвечала, я пока что хвастаюсь. Я пока что хвастаюсь своей добычей. Впечатление? С чего начать-то? Ну, для начала я, как всегда, в общем, это моя сентиментальная душа. Когда я вошла в гримерку, я чуть не заревела. Но это как бы в порядке вещей. Вот Екатерина знает. Да. Да, это нормально. Если Медведева ревёт, значит все хорошо. Вот чудо, я зависла. Надо, наверное, поспать. Как? Все-таки. Какие впечатления? По росту они абсолютно другие. Не такие, как я себе представляла, потому что чинёля я себе представляла намного выше.